просим Российскую Федерацию, лично Владимира Путина, обращаемся к ним с просьбой о гарантировании всех наших свобод. Мы просим вас везти сюда, на Харьковскую землю, миротворческие войска России. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые депутаты Государственной Думы Российской Федерации, мы, жители и граждане, проживающие на территории города Луганской и Луганской области, обращаемся к вам со своей просьбой о немедленной военной и гуманитарной помощи. Мы, запорожцы, обращаемся к президенту Российской Федерации и просим осудить насилие и вооруженный захват власти в городе Киеве. Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Председатель Совета министров РК Аксенов. Решение о применении вооруженных сил России за рубежом оказывает возможность мотивировать.